Нестабильность в экономике, материальная необеспеченность и корысть – все это факты, мотивирующие к совершению коррупционных преступлений. За полгода в Могилевской области в отношении 120 должностных лиц возбуждено более 170 уголовных дел. Взяточничество, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и превышение властью. Материальный ущерб составил больше 5 миллионов рублей. Сегодня вопросы борьбы с экономическими преступлениями обсудили в трудовых коллективах Бобруйска. В 6-й поликлинике помощник прокурора рассказал, как не перейти тонкую грань и не стать преступником. Рассказывали работникам учреждения здравоохранения о тех моментах, которые содержатся в действующем законодательстве о борьбе с коррупцией. Это в первую очередь в законе Республики Беларусь о борьбе с коррупцией. О тех требованиях, значит, которые предъявляет законодательство, которые предъявляют правоохранительные органы, которые в первую очередь предъявляет руководство страны. Вопросы борьбы с коррупцией касаются абсолютно всех. Не только должностных лиц, государственных должностных лиц, но и любого гражданина, человека, значит, нашего города, нашей страны. В 2018 году в Бобруйске выявлено 26 коррупционных преступлений. Их совершили 27 должностных лиц. Размер предотвращенного ущерба более 3,5 миллионов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.